Всем привет! Вы на канале Гараж28. Сегодня у нас в ремонте монитор. Это мой первый широкоформатный монитор. Брал я его лет так 8-10 назад. Это ViewSonic модель VA2213W. И неисправность в нем какая? Я включаю компьютер, он мерцает. То есть во время загрузки BIOS один раз монитор вспыхивает, тут же гаснет. В следующий раз он вспыхивает при загрузочном экране Windows, опять гаснет и больше не загорается. Далее, если тыкать кнопку включения-выключения монитора, то он со временем все-таки включается. Я его уже вскрывал, нашел в нем вздутый конденсатор. Думаю, это причина, и сегодня будем его менять. Включил монитор. Вот сейчас после загрузки Windows проработал 5 минут и отрубился. Побежал полосами сначала, потом отключился. Включаем, он опять гаснет. Я сначала грешил на видеокарту, но тут как раз был системник в ремонте, и этот монитор был подключен к другому системнику совершенно. Само собой, там была и видеокарта другая, и в принципе неисправность повторялась даже на другом системнике. Включаем. Изображение есть и пропадает. В общем, приступаем к ремонту. Вскрываем и меняем конденсатор. Итак, монитор вскрыл, полностью достал все потроха. Вскрываю его уже второй раз. Первый раз вскрыл просто убедиться, что дело в конденсаторе, и подобрать нужно. Как видим, здесь все в пыли. Конденсатор видно, что вспученный. Это 1000 на 25 вольт. Здесь тоже дроссель весь в пыли, конденсаторы все в пыли. Но, повторюсь, лет за 10 он ни разу не вскрывался. В принципе, и надобности в этом не было никакой. Здесь вот почему-то на камеру не видно, но здесь вот потемнение платы есть. Наверное, этот радиатор греется сильно. То есть сейчас будем просто менять конденсатор. И я немножко пропаяю. Здесь где-то видят подозрительные контакты. Вот. А, это сетевой. Но все равно пропаяю. Такое ощущение, что во время вставления штекера отошла пайка. Такое бывает. Также диодный мост пропаяю. В общем, все, наверное, крупные контакты, которые своим паяльником смогу, пропаяю. Как в видео было видно, корпус пришлось вскрывать двумя ножами. Они очень тонкие и очень большой площади. То есть они удобно вскрывать ими. Уже не первый раз приходит мысль о том, что нужно бы заказать специальные такие лопатки отжимные. На Алишке даже видел их в продаже, но все, руки не доходят. В этот раз, наверное, все-таки закажу. Они специально для вскрытия разной аппаратуры, вот такой, в пластиковых корпусах, где все собрано не на винтах, а именно на всяких защелках, заглушках. Сейчас при втором вскрытии я насчитал, что у меня уже 6 фиксаторов сломано, но корпус в принципе закроется. В общем, меняем конденсатор, все пропаиваем и собираем обратно. Кстати, перед тем, как разбирать этот монитор, само собой я глянул, как вскрывать корпус, потому что не было ни одного болта. Но люди также тоже выжимают его специальными лопатками или пластинками какими-то пластиковыми, кредитками в конце концов.
И там тоже человек жаловался, что при разборке монитора заметил, что ни одного болта нету крепления вот экрана с платами относительно самой матрицы. То есть все просто тупо сделано на фольгированном скотче. Получается, в двух местах он держится и вот так шатается. Здесь высота, можно сказать, регулируется вот этим упором. А вот именно влево-вправо, куда двигать, тут толком непонятно. И это будет непонятно до того момента, пока я не одену корпус, чтобы сошлись вот эти болты и гнезда. Поэтому сейчас одену, померяю, потом придется опять снимать крышку. Такая вот фигня, говорят, так изначально у ViewSonic'ов принято. Наверное, еще со времен мамонтов. Как первый мамонт собрал такой монитор на скотче, так и собирают до сих пор. Ну что, как видим, монитор заработал, даже яркость больше стала, до этого он темнее был. Ничего не дребезжит, изображение никуда не пропадает, осталось только прикрутить ножку и поставить его на место. Как вы заметили, ремонт сегодня проводил дома, а не в гараже. Из-за одного монитора как-то лень было переться из одного конденсатора. Да и даже большей причиной послужило то, что он не влез у меня в рюкзак, так бы я, в принципе, дотащил и снял в гараже. Вот это причина поломки, значит, вот этот вспучившийся конденсатор. Кстати, он не сильно вспучился, но тем не менее, видно, свои свойства поменял. Кстати, у кого-то из обзорщиков видел, что ребята, радиолюбители, заказывают конденсаторы на Алишке. Я тоже себе одну партию заказал, 1000 на 25 как раз. До этого как бы я заказывал ради деталей целые комплекты по 24 ряду резисторов, еще что-то. А вот что-то про конденсаторы я не подумал. И в этот раз заказал на Алишке. Скоро придут, наверное. Тем более потребность в них довольно сильно выросла. Недавно я ремонтировал монитор, ушло 6 кондеров. Сейчас отремонтировал монитор, опять же 1000 на 25, тот же номинал. В блоках питания бывает, приходится их менять. До этого давненько тоже был 4 на 3 монитор, тоже меняли конденсатор. В общем, такой вот простецкий ремонт. Бывают, конечно, и тяжелые случаи. Бывает что-то с самим контроллером, серьезные какие-то повреждения в блоке питания или что-то там. Мосты пробивают и разное. Но вот мне попадаются пока что легкие ремонты мониторов. В принципе, монитор, если у кого-то заглючил, несложно его вскрыть и убедиться в исправности конденсаторов. Если не видите каких-то внешних повреждений, тогда лучше обратиться к специалисту. А если просто конденсаторы вспученные есть, почему бы не попробовать самому отремонтировать и сэкономить на этом какие-то денежки. Такие кондеры в радиомагазинах, наверное, рублей по 20, может, всего лишь стоят. В общем, на этом все. На мониторе минус 6 фиксаторов рамки в корпусе, но ничего страшного. Кому понравилось видео или было полезным, а я думаю, кому-нибудь оно все-таки будет полезным, ставьте лайки, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Как всегда, всем всего самого наилучшего. Всем пока!